Итак, у нас Шкода Октавия Тур, ну, в принципе, любой ВАГ-групп. Сейчас у меня стоит задача поменять рулевую тягу. Она стукает, стукает прилично. Сейчас я сниму, покажу. И что необходимо сделать, нужно... У меня нет ямы, поэтому я сначала вот... заехал на такой бордюр, чтобы немножко было, чтобы я выше немножко поднял машину, поднял, снял, открутил колесо, сейчас сниму, ну и у меня будет полный доступ к рулевой тяге. Открутил, снимаю стороночку его. Все, теперь у нас есть доступ к тяге. И вот, не знаю, как это вам показать. Ну, вот такой стук. Размер, ну, где-то 1,5 миллиметра. Это не видно. Проблема в том, что нужно откручивать вон. Там внутри пыльник. Снимать хомут. Хомут здесь. Еще родной, по-моему, пыльник стоит. Во всяком случае, Volkswagen на нем нарисован. До этого я поехал специально на мойку, вымыл пространство. Вымылось не все, что я хотел, но в основном большую часть того, что хотел помыть, помыл. Ну, начнем мы с того, что сейчас попробую вывернуть колесо. Для того, чтобы приблизить, значит, вот здесь находится шар от рулевой тяги, он сюда выйдет, его будет легче открутить. Но снимать хомут все равно там. Хомут здесь вот у хомута, смотрите, сам хомут, и у него вот такой фиксатор здесь. Если подцепить отверточкой и подковырнуть вот эту самую нижнюю, то хомут сойдет. Нужно здесь подковырнуть и там. В принципе, этот же хомут можно поставить и на место, если, ну, вот в этом месте можно здесь разогнуть сначала эту скобу, а потом поставить на место и щипцами для вытаскивания гвоздей можно назад вот здесь зажать. Можно ли будет это сделать вон там, очень сомневаюсь. Ну, а сейчас начинаем работать. Так, что я делаю дальше, это я зажал съемником и выдавил наконечник рулевой тяги. Почему я это сделал съемником? Ну, чтобы не стучать. Вообще есть способ там стучать с обоих сторон в это яблоко, и тогда освобождается конус, и она выходит. Но я по-другому. Я поставил съемник буквально на четверть оборота, натянул, и она выскочила со звуком. Причем, чтобы она там центровалась, я вот гайку выкрутил, потом обратной, тут она с этой стороны под гровью, обратной стороной закрутил, чтобы вот так, чтобы болт сам внутри оказался, чтобы он оказался внутри, видите. И теперь сейчас откручу, и все, у меня теперь я смогу тягу немного опустить вниз, и тогда, если я опущу тягу вниз, у меня лучший доступ к хомуту будет, потому что пыльник немного мне мешает. Ну, а сейчас я ключом гайку сниму для того, чтобы... с гайкой проблемы, но прокручивается вместе с конусом. Сейчас я его немножко внутрь посажу, он прихватится и будет откручиваться. Назад немножко стукну, потому что он там
прокручивается здесь внутри. Так, ну что же, длинной отверткой я туда поддел и открыл. Но для того, чтобы показать, как это делать, я вот на этой ближней, там никак не увидеть. Просто поддеваете здесь этот фиксатор, он тут не длинный, и он сам отцепляется. Еще раз. Так. Дальше. Идем дальше. Дальше. И он тут. Опа. И отцепился. Все, в принципе, его можно будет потом на место и поставить. Все, фиксатор отцепился, и мы его можем пока снять, убрать. И теперь, раз я и там отцепил, то будем потихонечку сюда стягивать. Там она отцепилась. Вот там отцепилась, все чистенько. Сейчас осталось еще здесь потянуть, она идет плохо, но стягивать в любом случае нужно. Просто она крутится. Надо одной рукой держать, другой тянуть. Ну, кожух стягиваем в самый низ. Ну вот в таком состоянии здесь все. Хочу показать, что сюда все-таки как-то оно рыжего цвета. И вот сейчас капли воды. Я под напором мыл все здесь на мойке специально перед ремонтом. И то ли туда попало как-то влага все-таки. Но все чистенько, все беленько. Но вот эта штука коричневая, как будто все-таки влага какая-то попадала. Ну, в любом случае сейчас откручиваем. Что нужно? Нужно ключом открутить вот эту полностью, чтобы ее снять. Рейка остается. Значит, она действительно дергается. На зазор там в яблоке в этом. Смотрите на зазор. Не знаю. Ну, стукает именно здесь, в яблоке, чуть-чуть. Но стукает. Сейчас откручиваем эту гайку. Ну что же, сама гайка там оказалась, нету подходящего ключа. На 34 пришлось ключ 32 расточить на 34. Получается по миллиметру здесь 32, миллиметр здесь, миллиметр здесь. Ну и, собственно, с этой стороны, с правой, тут есть возможность добраться. Подставляем и просто берем и откручиваем, если затянуто, если никто его еще не менял и не затянул насмерть, то оно должно пойти, ну, с усилием, но пошло. Ну, собственно, все. Это все, что нужно сделать для замены. Дальше вообще все очень просто. Просто в обратной последовательности. Единственное, что нужно решить, буду я менять пыльник или нет. Мне кажется, что он пластиковый, родной и еще хороший. Ну, как туда влага попала. Это вопрос. Но влага все-таки, судя по состоянию вот здесь, как видим, какая-то влага каким-то образом сюда все-таки попала. Поэтому пыльник будем менять. Я проверю, где он пропускает. Но я купил новый. Причем не резиновый, а тоже пластиковый. Я не знаю, это, наверное, вот это вот сасик. Хомуты поставлю, скорее всего, старые. Ну, а сейчас все там протру хорошо, аккуратно. И буду готовиться. И нужно открутить вот здесь
для того, ну, но прежде чем этим заняться, я померяю четко вот отсюда до сюда расстояние штангенциркулем, для того, чтобы когда заменять, не рассчитывать на количество витков, потому что вдруг разная длина, количество витков разное, разная длина самой тяги. Я вот отсюда до сюда померяю штангенциркулем, и потом, когда буду назад устанавливать, выставлю точно такое же расстояние, чтобы сильно не сдвинуть развал схождения. Ну, а потом все равно нужно на развал схождения съездить. Ну, а сейчас откручиваю уже здесь. Я вот так большим штангенциркулем померил от пятки этой до пятки вот этой. Потому что длина болта тоже может как-то быть разная. А вот это точно упрется в рулевую рейку. Ну, собственно, таким образом размер будет. Ну, и здесь я зафиксировать и сохраню этот размер. И буду назад устанавливать так же. Ну, а сейчас раскручу эту гайку и снимаю рулевую тягу. Все, я теперь зажал в тиски ключ на 22. Открутилось легко. И теперь снимаем. Что необходимо еще сделать? Нужно эту гайку выкрутить для того, чтобы... Ну, сейчас мы посмотрим, что есть у нас здесь. Нет. Ставим новую рулевую тягу. Она уже смазана. Откручиваем здесь гайку для того, чтобы одеть новый хомут. Хомут будем ставить новый. Здесь все. И обратите внимание, у нее другая специфика. Сюда будет сложнее подлезть этим ключом. Можно будет закручивать попкой какой-нибудь, ключом вряд ли, зажимным трубным ключом придется затягивать эту гайку, потому что ну и здесь на 34, а здесь на 32. Ну, вот такая несправедливость. Хорошо, сейчас надеваю пыльник и буду готовиться к установке. Так, ну, сначала я хочу показать, что я решил все-таки поменять пыльник, потому что вот таким образом я установил, начиная сюда тут. И слышу, что вот где-то в этом месте все-таки свист просачивается. Значит, что пыльник имеет таки трещину, и не зря. Здесь есть ржавчина, какая-то влага сюда попадала. Ну и, скорее всего, из-за этого разбился. Мы теперь меняем тягу. Что еще? Хотел обратить внимание, вот сейчас я выровнял назад родной хомут. Буду его ставить на место, видите? То есть он свободно вставляется. Вот. Теперь его можно опять назад зажать. Там вдалеке я не уверен, что я смогу это зажать. А вот этот маленький, его просто нужно выровнять. Значит, в чем суть? Нужно разжать вот этот, эту часть. Потом ее снова щипцами, которыми вытаскивают гвозди, его можно разжать. Ну вот, просто плоскогубцами разжимаем.
эту часть. И чем больше разожмем, ну, без фанатизма, конечно, потому что сюда должны вставляться щипцы и потом зажаться назад. Этот мы тоже точно сможем разжать и поставить потом на место. Значит, вот эту часть нужно выровнять. И вот надеваем его назад. На... Теперь нужно так геометрию его сделать, подтягивать, чтобы... Ну, во-первых, нужно сюда одеть на новые. Вот так. И уже здесь по месту его одевать. Соответственно, он здесь должен быть. И будет ходить вместе. А уже потом, когда закрутим, мы поставим на место и зажмем. Значит, теперь просто он должен на место, если не становится, подгибаем этот хвостик, меньший диаметр, чтобы он зацепился, ну, чтобы вот этот такой пыптик зашел в щель здесь, и тогда сможем снова воспользоваться этим же хомутом. Опа. Вставляем сюда, вот он защелкнулся, и теперь он будет держать. Значит, я его защелкнул, и он, кроме того, что он вставился, его еще нужно вот, он вставился сюда на место, его нужно еще загнуть, чтобы он здесь сверху загнулся и прижал с собой вот так вот. Ну и все. Теперь он, смотрите, видите, свободно сюда заходит. И если его сжать, он будет держать. Ну, вот так можно восстановить хомуты. Ну, все. Теперь устанавливаем на место. Как я и говорил, что собираюсь здесь закручивать просто не ключом, а просто попкой, разводным трубным ключом. Ну, а здесь, как я и говорил, нам нужно установить, чтобы они были ровно. Но это мы будем уже регулировать прямо по тому большому штангенцеркулю. Все, идем устанавливать на место. Итак, уже вечер. Подсвечиваю ее немножко. Вот я на новом уже выставляю такой же зазор отсюда до сюда. В принципе, теперь сейчас подкручу, затяну вот эту гайку, контрагайку, чтобы здесь, чтобы уже не раскручивалось. И буду ставить на место. Размер выдержан. Все, закручиваем на место. Так, как я уже говорил, здесь немножко по-другому закручивается, и здесь впереди нет шлицов для ключа, поэтому я затягиваю такой большой попкой, хватаю здесь за яблоко и затягиваю. Все, этого достаточно, сильно не затягивайте, потому что было, во-первых, не сильно затянуто, а во-вторых, кто следующий будет затягивать, будет вас вспоминать, или менять, будет вас вспоминать, если вы сильно затянете до опупения. Что теперь? Теперь нужно оставим, не будем пока ставить наконечник, будем ставить вот тот хомут.
хотя бы его туда на место поставим. Еще не уверен, что у меня получится зажать хомут, потому что еще пока у меня нет нужного инструмента для затягивания. Вот там вот очень неудобно. Здесь снаружи, вот здесь, можно затянуть обыкновенными щипцами, просто зажать и все. А там нужен специальный инструмент. Ну, посмотрим, как это получится. Ну, а сейчас туда его потихонечку засовываем до щелчка. Здесь вот такое специальное посадочное место. Сюда должен провалиться вот эта часть. Опа, все, она тут встала, и здесь мы ее будем заживать. Ну, а теперь надо на ощупь тут поправлять и устанавливать уже хомут. Смотрите, я его сильно выдвинул, поэтому нужно сильно растягивать. Сейчас я поверну руль вправо, он сам туда уедет, и мне будет легче защелкнуть на легче поставить пыльник на место. Я руль поверну вправо, и он туда дальше подвинется, потому что у меня сейчас до конца влево выставлено. Ну что же, мы легких путей не ищем. Я изготовил инструмент для того, чтобы это вот такие были зажимные плоскогубцы. Я сточил губки, чтобы они вот зажимали узким хватом. И вот на этой части, где удобно, я хочу показать, что они работают, зажимают. Так, еще немножко нужно зажать. Так, потихонечку их поджимаем. Ну, собственно, все хорошо зажато. Все, теперь этот хомут уже зажат. Ну, собственно, вот так нужно будет зажать. И нет, еще немножко подожмем. Точно так же зажмем хомут там. Значит, ну вот, хорошо. Приступаем к процедуре. Не уверен, что я смогу показать, как я это сделаю, потому что туда совсем неудобно залазить. Но вот такими я посмотрел, что в принципе она туда достает, и этот инструмент тут специально сделал поменьше, чтобы не мешало. Они уже наполовину сломаны, здесь уже вставился болт. Но суть в том, что нужно такие узкие зажимы. В принципе, все хорошо подойдет. Ну, на этом заканчиваю. Дальше мы просто вставляем на место опору, ну, наконечник, и затягиваем. Вот таким образом можно поменять рулевую тягу самостоятельно. Это не занимает много времени, только нужно хорошо подготовиться. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. Увидимся на канале. Ну, а напоследок хочу показать, что я все-таки решил поставить обыкновенный хомут с закруточкой. Здесь это как бы не принципиально, но тут зажать родной не получилось даже теми щипцами, как-то оно выгибает. И теперь вот, засунув руку вот сюда в неудобное место, просунул и там себе собрал хомут. Здесь он хомут 60-40, здесь его вначале собрал, он туда через верх просунулся, и там на месте я его вот так вот зажал. Ну, собственно, и все. Может быть, даже и сюда поставлю такой же, потому что зажимает он хорошо ключиком, там ключик на 7, и вот такой головкой я его зажал.
собственно, все. На этом уже конец. Теперь я просто собираю уже здесь, вставляю. Ну, перед этим сейчас вытру здесь само яблоко конусное, чтобы туда не попал никакой мусор. Вдруг какой-то я тогда это почувствую пальцем. Вытираем здесь, чтобы все было нормально. И собираем и закручиваем. И ставим на место колесо. В общем-то, ремонт произведен своими силами. Меня это радует, потому что я не люблю привлекать дополнительные силы. Вот так можно полностью решить весь вопрос. Всего доброго!